Станицкий, как дела, чувак? Ты серьезно? Попроси кого-нибудь перезвонить после операционной. Тебе стоит съездить. Рики был рядом всю вашу жизнь. Дьявол кроется в деталях, друг мой! Сработало! Атлантик Сити, мы едем! Что у нас тут? Рак Рики вернулся. Почему должен быть рак? Хочешь, чтобы все беспокоились? Да, и это приведет нас прямо к мировой серии. За Рики Станицки! Лучший друг, которого у нас никогда не было. Мой ребенок родится на 6 недель раньше срока. Я точно так же родился. О, черт! Я хочу знать, где вы, черт, были. Мы обзвонили все больницы, и не было никаких записей о Рике Станицке. Ты знаешь, все, что мы сделали, это солгали всего раз. Сотни раз на протяжении многих лет. Правда, вскроется и моему браку конец. Что если мы наймем актера, чтобы сыграть Станицки? Крепкий орешек, первоклассный имитатор рок-н-ролла. Я разыгрываю представление. Стена к стене, сверху донизу пробки и спермы. Спасибо, что пришли, друзья. Так хочется быть здесь. Это действительно плохая идея. О, господи. Я готовил выпивку холодным способом. Рики же участвует в программе, помнишь? О, Рот, это не то, что ты думаешь. Это просто моча. Я хочу, чтобы вы признали, что Рики Станицки не существует. Эй, Мишпуча! Станицкий! О, да! Это Тед Саммерхейс, мой босс. Очень приятно. Выкапываю костюмы саженцы, чувак. Саженцы? Пробки для волос. Это новые, верно? Они мои! Мы потеряем работу. Эпическая ночь, прав, ребята? Я действительно был очарован твоим другом Станицки. У него крепкие яйца, у этого парня. Вот почему я нанял его. Это круто. Ты только что сказал... Что ты сказал, повтори. Мы не должны упускать его из виду. Я не только пропустил рождение сына, но и позволил какому-то порно-актеру отрезать его... И мы закончили. Станицкий, ты невероятен. Шоу окончен, народ. Это Рики. Рики Станицкий не настоящий. Моя работа была отстой, и не было друзей. Вот теперь у меня есть все это. Вы мошенник, сэр? О чем она говорит? Мы должны избавиться от него. Каждый раз, когда он пытается что-то сказать, кажется, что он курит невидимые сигареты. Боже, это правда! Поддерживать! Теперь это выглядит так, будто я сжимаю яйца. Трейлер озвучен студией Indigo Films.com.